Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси. И сегодня я хочу рассказать вам еще об одной посылке из Китая. Это вот такая вот подставочка для мобильного телефона. Стоила она всего лишь 20 рублей. Цвет, к сожалению, случайный. Мне пришел черный, но ничего страшного, зато она будет не маркая. Бросили прямо в почтовый ящик пакет. Пакет обычный полиэтиленовый, но внутри приклеена пупырчатая пленка. То есть, я считаю, дополнительная защита. Стоила она 20 рублей, пришла за 24 дня. Я считаю, хорошая быстрая доставка. Заказывала я ее на сайте Одноклассники и, в общем-то, довольна этой покупкой. Эта подставочка имеет 4 положения. Сейчас я вам открою и покажу, как можно ее регулировать. Довольно удобная вещь, я уже пробовала. Вот смотрите, вот так она выглядит в сложенном виде. Мы можем вот это вот поднять. И поднимаем еще вот эту маленькую пластинку. Вот эта пластинка, это как раз регулирует высоту. Вот это будет, это самое вертикальное положение, вот практически вертикальное. Можно сделать чуть пониже, вот так вот, вот такой угол. Можно сделать еще чуть пониже. И самое низкое положение. То есть здесь, посмотрите, 4 положения установки телефона от практически вертикального до вот такого хорошего угла наклона. Я считаю, за 20 рублей довольно прилично, неплохая вещь. И сейчас я вам покажу, как она держит телефон. Она держит очень хорошо телефон, буквально тяжелый. У меня есть один смартфон, большой тяжелый смартфон, и она его держит. Сейчас я вам это покажу. Вот, посмотрите, это я уже поставила сюда смартфон, держит отлично, причем в любом положении, очень удобно смотреть, очень удобно пользоваться смартфоном, потому что я этим большим смартфоном пользуюсь в своей работе. И мы, например, находим с детьми какие-нибудь КДР, так как я репетитор по математике, и решаем с этого смартфона очень удобно. И подставочка тоже очень удобная. Вот и все, дорогие мои, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, заглядывайте в ссылки в описании и в комментарии. У меня будет прикрепленный комментарий со всеми моими плейлистами. На моем канале очень много лайфхаков, диет, путешествий и, естественно, вот эти обзорчики. До свидания, удачи всем!